компания «Эзотерика» представляет проект линейных дисков компании австрийской Project. На этой выставке мы представляем самую популярную на сегодняшний день модель «Дебют Карбон» со специально разработанным Project'ом карбоновым тонармом, который уже завоевал свой приз как лучший продукт 2012-2013 года. Они есть в разных цветовых решениях, поэтому для разной публики подойдет со своим вкусом. Также у Project есть своя собственная серия, называется Box Design, которая выполнена очень компактным размером, но звук настоящий хай-фай, поэтому это очень хорошее качество. Есть уже здесь для наушников. Здесь также Project выпускает свои собственные колонки Speaker Box 5 и чуть поменьше размером Speaker Box 4. Вы можете на свой вкус также выбирать цветовые решения данных колонок. Звук замечательный, не уступает большим колонкам. Также Project представляет свои отличные вертушки в акриловом исполнении, два Experience. Есть вертушка, которая включает в себя усилитель звука, фонокорректор встроенный. Вы подключаете колонкам, которые можно взять проджектовские, и включаете в сеть, у вас все уже готово полностью комплект. Самая популярная вертушка, молодежи особенно, это RPM-1.3 Jenny, которая выполнена в очень интересном решении. У него S-образный тонар, в отличие от остальных вертушек Project, и также разные цветовые решения. И многих лет Project выпускает свою самую топовую модель Extension, у которого есть S-образный тонар, специально разработанный Project, или обычный тоже тонар, как вариант, есть. Он тоже представлен, наверное, в трех или четырех приблизительно цветовых решениях. Есть черный, а вот этот представлен цвет олива, есть цвет махогани. Очень интересный, самый красивый цвет. Project еще представляет ламповые свои серии, как и усилители, и фонокорректоры ламповые. В данном случае здесь стоит фонокорректор ламповый. Включен и играет стримбокс, это сетевой плеер Project. Также усилители, моноблоки,